Хазак Барух, мы продолжаем законы Пурима. Ахара Амида Юмар Хаци Кадиш, Вло Юмар Кадиш Литкабал. Сначала, после Амида, человек читает на Арвит, должен сказать половина Кадиша, но не нужно говорить Кадиш Литкабал, до тех пор, пока он уже не прочитает, после Мигела читается Кедуша, Ватак Кадош, Ишев Ты Израиль, и после этого читается Кадиш Литкабал. יש נוהגים לגבור לפני מקרא מגילה מעוד זכל למחצית השקל. מנהג, то того, как читать מגילה, собрать מחצית השקל, пол шекеля, вообще начинать его собирать с начала месяца Адар. Но если человек не успел на Адар, или не, по какой-то причине не пришел в синагогу, чтобы отдать пол шекеля, то это делается прямо перед чтением мегила. И потому что написано Всевышний, который создал этот мир, он знал, что Аман купит евреев за деньги, за монеты. И поэтому мы в этот день, до того, как Аман что-то может сделать, приносим в казну наш Бет-Амикдаш, или сейчас, в частности, уже сейчас уже для синагог, для ишивот, приносить деньги для того, чтобы вот эти деньги искупить, чтобы себя искупить от рук Амана. И поэтому дается пол шекеля. И сегодня эта цена пол шекеля примерно 10 грамм чистого серебра. Я не знаю, сколько серебро стоит, Радашем. Мы вам после этого скажем, Худохагат, Радашем. Но человек должен принести желательно тоже монеты. То есть мы сюда поставим монеты. Человек может разменять свои бумажные деньги на эти монеты и ставить эти монеты для зехер махатита шекель. Это не махатита шекель, это мы вспоминаем, что это махатита шекель, потому что махатита шекель приносит только Бет-Амикдаш. А сейчас мы просто тренируемся, чтобы не забывать про Дашем, кто хатка строится Бет-Амикдаш, чтобы принести это жертвоприношение. Баруха Адонай Леолам. Амен ве амен.